Я 35-го года рождения. С 4-летнего возраста умела читать. И вообще себя помню с этого возраста. Ну и понимаю, что что-то такое очень плохое происходит, и такое, что изменить невозможно. После освобождения Белгорода очень быстро наладили нормальную жизнь. И школы открылись. И, значит, по дворам пошли учительницы переписывать, кого, какой класс. Хотя тогда были такие враждебные отношения с Польшей, эти польские паны. Но никак этого представить себе не могли, что может Украина оказаться во враждебных. Ну, пожелание мира самое главное. Как это уже такую чуть не ироническую поговорку, лишь бы не было войны. Победы и остаться в живых и не раненых. Да, и чтобы это никогда не повторилось.